Сотрудники администрации округа, местные предприниматели и организации передали небольшой гуманитарный груз для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Это питьевая вода и предметы личной гигиены. По словам военных медиков, госпитали обеспечены всем необходимым. Нет проблем с лечением и питанием, но пациентам всегда приятны знаки внимания. Сегодня совместно с Сергиев-Посадским городским округом, с администрацией Сергиев-Посадского городского округа привезли 360 бутылок воды, салфеток 100 пачек на территорию Сергиев-Посад 6 и на территорию фермы. В Сергиево-Посадском округе в общественной приемной «Единой России» продолжает работать Центр сбора гуманитарной помощи. Здание на проспекте Красной Армии 190 готовы принять и продукты для беженцев, и теплые вещи для жителей пострадавших районов Донбасса.